Россия – большая многонациональная страна, и 4 ноября мы будем отмечать День народного единства. Что об этом празднике знают жители города Владивостока? Давайте спросим у них. Расскажите, пожалуйста, какой праздник празднуется 4 ноября? День солидарности. Ага, большое спасибо. А расскажите, как вы его празднуете? Мы празднуем, накрываем столы, тыкву ставим, все, под это все ходит туда. Ага, тыква обязательно. Разокрашиваем, свечку ставим и вечером сидим как влюбленные. 4 ноября. Что-то там с это связано, как его? Красный день календаря, да? Ну да, это выходной. А как называется праздник? Праздник? Вот, честно, не помню. Не могли бы вы ответить на пару вопросов? Скоро у нас 4 ноября. А вы знаете, какой праздник мы празднуем в этот день? Не знаю. Что ты орешь на меня? Иди. Что, я не знаю, что ли? Идите, вы знаете свое, товарищи, а я свое знаю. 4 ноября. Какой праздник празднуется в этот день? Сегодня по радио говорили, забыла. Какой-то день независимости. День народного единства. Не знаю даже. Знаю 7 ноября. Знаю, а 4 не знаю. А 7 ноября что за праздник? Ну, как было раньше, Октябрьской революции праздник. Ага. А можно спросить, как вы отмечаете 4 ноября? Это же выходной? Ну, никак, работаем. Нам, крестьянам, отдыхать некогда. Мужчина, здравствуйте. Извините, пожалуйста, можно задать вам вопрос? Не знаю. Вы сначала послушайте вопрос. Как мы поляков прогнали, да? Или по-другому? Расскажите, что вы знаете об этом дне? Поляков? Я так знаю, что мы поляков прогнали, и поэтому празднуем этот праздник независимости. А кто выгнал поляков, вы знаете? Минин и Пожарский. Большое вам спасибо. Здравствуйте, извините, можно задать вам пару вопросов? Здравствуйте, скоро День народного единства. Как вы празднуете этот день? Молчит, как рыба без воды. Расскажите, пожалуйста, что вы знаете об этом празднике? Ничего. Мужчина, здравствуйте, извините, пожалуйста. 4 ноября в России отмечает праздник. Расскажите, пожалуйста. Вы знаете, как он называется? Отлично. А расскажите, пожалуйста, вы знаете историю этого праздника? Что ли? Вы знаете, кто такой Минин и Пожарский? Знаем. Кто это? Это же освободили Россию. Отлично. От польского нашествия. Не могли бы вы ответить на вопрос? Скоро 4 ноября. Это государственный праздник. Вы знаете, как он называется? 1 сентября. Уже мы давно здесь работаем, притом работаем. Как наш праздник получается? Ну хорошо, большое вам спасибо. Друзья, давайте проведем небольшой эксперимент. Давайте спросим у нашего журналиста, что она знает о празднике 4 ноября. И не пытайтесь прикинуться покупателем. Стоять, журналист! Что за праздник вообще? Как вы отмечаете его? Как вы отмечаете? Мы отмечаем очень скромно. Ага. Не знаю название его. Я? Ну, дома пиво, хлеб, селедка. Пиво с селедкой, о! Ага, большое спасибо. Хорошо, а вы знаете, кто такой Минин и Пожарский? Пожарский? Это который Москву спасал, да, от пожара? 4 ноября празднуется День народного единства и согласия. В 1613 году закончился период смутного времени. Выгнали из Кремля польских интервентов. Ну и, в общем-то, началась новая история российской династии Романовых. Большое вам спасибо за знания.